Я надену форму сборной и лягу в ней спать. Форму с расцветкой сборной Шубенков держит наготове. Надеется и верит. Верит в здравый смысл и надеется на положительное решение. Новая дата 9 июня – Монако. Именно там решится судьба отечественной сборной легкой атлетики. Это будет позже, пока дороги Клевцова и Шубенкова ведут в Рим. Там через два дня анонсированы старты коммерческой лиги. Все мысли только об этом. Начали сезон в Китае, было два старта, Шанхай, потом Нанкин через два дня на третий. Слушай, ну в принципе хорошо начали сезон, вот, в принципе как обычно. Получилось, что в Нанкине я пробежал на 10-ю медленнее, чем в Шанхае, но это в принципе начало сезона, ничего такого ждать не стоило от меня. И в принципе, если ситуация, когда я бегу через два дня на третий, а потом, например, еще через два дня еще на третий, и там получается три старта за неделю, это нормальная ситуация для августа или сентября, но не для мая. Вот так Сергей Шубенков начинает свой разбег. Это один из его любимых стадионов, арена в китайском Шанхае. Не состязался с сентября прошлого года. Третий результат – олимпийский чемпион Амар Маклеод впереди. В стане знаменитого тандема никакой паники и переживаний. Говорят, это только самое начало, главная дуэль осенью. В календаре уже красным фломастером обозначена дата 27 сентября. На это время назначен чемпионат мира. Именно к этому времени, по задумке Сергея Клевцова, его подопечный должен будет выйти на пик формы. Секретов подготовки не выдает, да и вряд ли обыватели их поймут. Предпочитает образные сравнения. Ну вот, к примеру, берет какой-нибудь скульптор. Камень большой. Подумал? Не, недостаточно большой. Он еще больше, еще берет больше. И потом он у него, как у Церетели, он такой здоровенный. И он начинает его оптать. Вот этим мы сейчас и занимаемся. И получается, Петр Первый там стоит. Ну вот. Барнаул, Адлер, Китай, вновь Адлер и снова родной Барнаул. В этот самый момент, пока вы смотрите репортаж, тандем Сергеев уже в Италии. Наверняка проходит разминку на местной площадке. Старт намечен на 6 июня, это будет бриллиантовая лига. После барнаульца ждут в Марокко. В 2019-м чемпионат мира держим в уме, но не забываем, что следующий год олимпийский. Главное сейчас это ментальность. Ментальность какая? Что-то постепенно растет и все, больше ни о чем думать не нужно. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. День с толком.